вокруг одни пидорасы. Всем привет, друзья, рад приветствовать на канале Смокух, с вами я, Демид, и, короче, сегодня расскажу, вот так вот, тебе вот так надо? И, короче, сегодня расскажу про кальян, ну, не про табак, не про всякие кальянные аксессуары, которых еще не было в видео, ну, вот похуй, ладно, сказал, так сказал. Короче, сегодня расскажу про кальян Нубио, блядь, так вот хуй как знает его, блядь, называют, ну, короче, Нубио уник, почему уник, потому что он уникальный, почему Нубио, потому что вот так вот захотели, вот так вот, вот хуй, не расшифровал, блядь, так, ладно, короче, ручка, да, блядь, ну, засунь ее все в жопу. Ладно, короче, появился в Краснодаре в 2018 году, в марте. То есть, это вот совсем недавно, кстати. И, короче, суть в чем? Что он уникальный. Уникальный в том плане, что есть такая вот вещь у него, то, что они запатентовали свою систему продува, которая, кстати, называется Nubio Click. Да, я буду подсматривать немножко, потому что очень много вещей, которые я... Ну, к сожалению, пока что еще не запомнил, да и мне похуй. Посмотрел. Короче, есть такая вот пиздатая коробочка, он приходит вот в такой коробочке. Она вот пиздатая, так, блядь. Пригласили, блядь, на смену, нахуй. Приходит вот в такой пиздатой коробочке, она черная, матовая, пиздатая. И вот я снимал видео про Бадо, что там не хватало, то есть не хватало ручки. Здесь все хватает, здесь все заебись с коробочкой, мне она очень нравится. Так как я не люблю показывать, как кальян выглядит в коробке, вы можете, кстати, заказать и посмотреть, либо посмотреть какой-нибудь скучный обзорчик. Вот, кальян уже стоит у меня на столе. Я просто открою, продемонстрирую, что там есть внутри. Это вот такая вот коробочка. Она очень круто открывается. Здесь вот такая вот надпись, этот, значит, специально для меня. И выглядит все вот это вот так вот. Ну, то есть, пролон, здесь все лежит, здесь все, короче, есть. И потом еще картоночка такая, то, что вот, ну, значит, вот, то, что это Nubio Unique. У меня модель Black One. Параллельно модели Black One есть еще, значит, Volt. И есть еще Zebrano. Есть еще Zebrano. Чем они отличаются, сейчас я все буду рассказывать, все буду показывать. Ну, тех кальянов у меня нету, у меня только есть модель Black One. Ладно, коробочка мне пока не нужна, я ее отложу в стороночку. Что значит, пишет производитель, присылая кальян, что он ложит в коробочку? Добро пожаловать в семью, поздравляю тебя с приобретением кальяна Nubio Unique. У тебя хороший вкус. Мы создаем кальяны с уникальной запатентованной технологией продува чаши, которая позволяет легко контролировать процесс курения. Да, все именно так, но до этого я дойду, как забью кальян, и, соответственно, я уже на видео продемонстрирую, как это все выглядит. Так вот, касаемо кальяна, ладно, мне тоже не надо. Что приходит вообще в сборе? Что тебе придет, мой юный друг, если ты закажешь этот кальян, который стоит 8300 рублей, кстати, да. Тебе придет шахта без колбы. А говорю сразу, что колбы здесь нет. Тебе придет шахта и придет, соответственно, силиконовый шланг и мундштук. Вот. Мундштук, кстати, на самом деле очень прикольный. В плане того, что вот нет вот этой вот железки вот здесь вот, которая вот нахуй она, в принципе, и не нужна. И вот, вот только наконечник. Здесь вот, ну, я не скажу, что это про резиновую, больше на керамику похож, хотя я не знаю, что это. Ну, да ладно, суть не в этом. Буду больше рассказывать про кальян, не про мундштук. Кальян, как бы, сам... Эх, блядь, вы мне дадите сегодня кто-нибудь снять, то, блядь, одни пидоры придут, то другие, блядь. Типа, чтоб не делать рекламу, вот лед это мерзкая хуйня, блядь. Здесь, значит, основа шахты идет полиацеталь, все остальное идет из нержавеющей стали, из высококачественной нержавеющей стали, AIC 321. Кстати, немногие используют именно эту нержавеющую сталь. Ладно, короче, сейчас забью кальян. И, соответственно, покажу, в чем уникальность этого кальяна. В чем уникальность запатентованная продувка. Ладно, для меня это пройдет некоторое время, для тебя это будет примерно вот
забил кальян, как говорил, для вас это оказалось очень быстро, для меня это, сука, очень долго. Вот, я сказал то, что есть три основные модели, это было сказано ранее. Данная модель, еще раз повторюсь, стоит 8300 рублей за одну единицу. Что входит в нее, еще раз повторюсь, это шахта и мундштук и шланг, все, больше ничего не входит. Ну, это логично, блин. А, да, ребята, извините, блюдце забыл. Вот, я думаю, вы-то не доперли, блядь, а вот блюдце, да, блюдце тоже входит. То есть, шахта, блюдце, блюдце, ублюдечко. Вот, и, короче, вот шланг, и вот мундштук. Это мой мундштук, он не входит в стоимость 8300 рублей. Смотри, что здесь можно сделать. Здесь можно, короче, повернуть так вот рычажочек, так, хуякс, то есть до конца так повернуть. И что происходит? Я думаю, это видно, да? Эй, блядь, монтёр, видно, что? Продувается только чаша. Соответственно, это просто, блядь, гениальный ход, сука. Это молодцы, ребята, блядь. Я просто за несколько секунд продул максимально чашу и... И все, и кальян, курица просто... Идеально, ладно. И еще цены на две модели, которые называются Zebrano и Вольт, соответственно, они стоят 13500 рублей. Но это все тоже без колбы. Почему такая цена? Потому что используется дерево. В Zebrano используется, соответственно, дерево Zebrano, в Вольте используется дерево ясень. Касаемо того, как их делают. Если купить несколько моделей Zebrano и поставить так вот, вот так вот их в ряд, например, да, то каждый кальян, короче, будет отличаться друг от друга, потому что делается все только... Это ручная работа. Все исключительно ручная работа. То же самое и Вольт. Все делается, все вручную, все... Ручная работа. За это ребятам большой респект на самом деле. Ладно, на этом я, пожалуй, буду завершать видео. Всю основную информацию я сказал, преподнес для тебя мой юный телезритель. Все. Короче, надо... Вот ссылку на данный кальян я указываю, короче, вот ниже. Она есть внизу. Если ты захочешь купить этот кальян, то напиши. Наверное, может быть, когда-нибудь тебе сделают скидку. Но, наверное, не сейчас. Вот. Ссылочки все внизу на данный кальян. Надо, короче, подписаться на меня в Инстаграме, чтобы, ну, знать какие-то там новости, новые вещи. Это знаешь, где будет? Это будет, короче, вот так вот вылазит. Вот. Также не забудь подписаться вот на этих двух красавчиков, которые купили у меня рекламу. Вот. Это Магнум, короче, вот он где-то вот здесь вот, короче, вот ушел в небытие, блядь. И Блэк Кинг. Вот. Это уголь. Уголь хороший, нормальный. Володя все скурил, блядь, все схуярил. Все на него ушло, блядь. 25 минут, блядь, ебучее видео. Как ты заебешься монтировать его? Ладно, короче, на этом я прощаюсь. Ухожу, просто оставляю кальян. Можешь добить за мной, понял? Возьми и добей, короче. Я тебе разрешаю. После меня курить фантастически. Просто перегретый кальян, когда я снимаю видео. Ладно, ты заебал меня так смотреть. Огр ебаный. Дидиёб, блядь. Ладно, все, всем пока, всем счастья, здоровья, любви, благополучия. До свидания.